зал. Здесь у нас как бы более такой современный музей. Выставлены модели современных теплоходов. Там мы видели пароходы. Здесь уже дизельные суда, двигатели у них мощные. Вот, допустим, танкер 600 сильный, он возит нефть, перевозит бензин, нефть. До сих пор работают эти танкера на везот, они у нас на расхват. ОТА, то есть за собой, как буксировщик за собой баржи цепляет и водит не впереди себя, а за собой. Беломорский, это сухогрузный теплоход. Толкач, но сейчас он такой уже у нас не ходит, а вот эти пароходики ходят. Обратите внимание, ракета, модель ракеты, скоростной теплоход. Значит, пассажиров перевозит на север. Ленинский комсомол, пассажирский теплоход. Римский-Корсаков, вы, наверное, знаете, по рекам, по нашей реке ходит на север. Римский-Корсаков, пассажирский, вот подобный вот этому. Тоже здесь уже у нас молодые участники в соревнованиях. Там старшее поколение, здесь молодое поколение. Тоже заслуживают места, присваивают кубки, мы их храним в музее.